В парке науки и искусства «Сириус» продолжается пятый юбилейный концертный сезон. Уже в эту пятницу, 19 марта, здесь впервые прозвучит одно из самых известных и ярких сочинений австрийского композитора Фридриха Гульды. Концерт для виолончели и духового оркестра. Эксцентричные сочинения Гульды на классических концертах в России исполняются нечасто. Для филармонии они слишком экстравагантны, а для эстрады слишком сложны. Дело в том, что Гульда оказался вне форматов. Он замешал в свои произведения Баха, джаз, рок и поп-музыку, но, вопреки ожиданиям скептиков, стал безумно популярным во всем мире. Сольную партию исполнит народный артист России, известный виолончелист, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ралдугин. Во второй части концерта в исполнении Сочинского симфонического оркестра прозвучит знаменитая симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова, написанная под впечатлением от арабских сказок «Тысяча и одна ночь». За дирижерским пультом новый художественный руководитель оркестра, яркий представитель молодого поколения дирижеров России Алексей Асланов. Концерт пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Большом зале Парка науки и искусства «Сириус» по адресу Олимпийский проспект 1. Начало в пятницу 19 марта в 19:30. Билеты желательно приобретать заранее на сайте parksirius.ru. Отметим, что для всех зрителей на территории парка предусмотрена бесплатная парковка.